На Харківщині через негоду уже призупинили навчання у школах та дитячих садках. Знеструмлено понад півсотні населених пунктів. Місцевий аеропорт скасував кілька рейсів. І зараз з нами на зв'язку голова Харківської обласної державної адміністрації. Це Юлія Світлична. Вітаємо вас в ефірі. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, як Харківщина бореться з наслідками негоди? І нам, звичайно ж, цікаво дізнатися, коли буде відновлена електрика в населені пункти, там, де її зараз немає. Ну і які руйнування завдала негода? По состоянию на сейчас погодные условия остаются сложными. В областной администрации создан оперативный штаб по координации всех служб, которые задействованы в жизнедеятельности области. И все они находятся в повышенной готовности. Могу сказать, что по состоянию на сейчас информация меняется. И мы уже имеем 87 населенных пунктов, которые полностью обесточены, и 68 обесточены частично. Из 27 районов области учебный процесс приостановлен практически всех, кроме одного района и самого города Харькова, до конца этой недели. На расчистку дорог привлечено около 180 единиц техники, задействован весь рабочий состав. Мы уже возобновили работу аэропорта, который проходит согласно расписанию. Что касается дорожного полотна, то мы не перекрывали движение. В зимний период у нас были и более сложные ситуации, с которыми мы справлялись. Однако просим автомобилистов и жителей Харьковской области быть абсолютно бдительными, потому что к вечеру будет снижение температуры по прогнозам синоптиков. И без особой необходимости желательно, конечно, отказаться от выезда на автотранспорте на летней резине. І бути предельно внимательними і осторожними к собственной безопасности і жизни. Пані Юлія, тут чисто меркантильне запитання. Чи вистачає у вас, ми ж то розуміємо, що по ідеї вже навіть згідно календаря опалювальний сезон завершився. Але чи піднімаєте ви на сьогоднішній день питання повернення подачі тепла в житлові будинки? Ну, зрозуміло, що школи і садочки можна закрити на цей період, а в будинках? Ми закінчили отопительний сезон. И для того, чтобы восстановить процесс отопления в жилых домах, нужен длительный период. Это практически неделя подготовки и затем около недели еще остановка этого запуска. Поэтому это длительный подготовительный и длительный такой рабочий цикл. Поэтому в этом необходимости особой нет. Однако на сегодня брошены все силы для того, чтобы максимально в короткие сроки обеспечить людей электроэнергией. Это касается и города Харькова, это касается и, безусловно, каждого района Харьковской области. У вас достатньо финансов, немає с этим труднощів? Прошу прощения еще раз. Финансов и людского ресурса у вас достатньо? Мы находимся в полной координации и на связи с Кабинетом министров Украины. Я разговаривала с утра с премьер-министром Украины. Мы не привыкли жаловаться и справимся с собственными силами и ресурсами. І ще одне запитання. Раніше, пані Юлію, ви повідомляли, що до 18 квітня повністю розмінують Балаклію. Хотілося б дізнатися, яка там ситуація на сьогодні і чи встигли сапери? Могу сказать, что по информации ДСНС полностью очищен город Балаклея, 9 населенных пунктов. Неочищенными являются около 30 гектар. Речь идет о труднодоступных участках. Это заболоченная местность и туда, куда не доберется транспорт, включая еще и ситуацию, которая случилась с погодой. Поэтому, что касается разминирования, положение дел такое, что касается ремонтно-восстановительных работ, то они идут в графике, и мы планируем до 1 мая все многоэтажные дома полностью покрыть крышами и установить новые окна. Ми вам дякуємо, пані Світлична, за те, що ви знайшли можливість, вийшли до нас на зв'язок, тримайте нас надалі в курсі. Я нагадую, що спілкувалися з головою Харківської обласної державної адміністрації Юлією Світличною. Ми говорили як про наслідки негоди і частково ще зачепили тему розмінування Балаклії, де, нагадую, вибухнули склади з боєприпасами.